spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня у нас в обзоре представлена серия безинерционных катушек Ninja, но с приставкой BG в названии. Эта аббревиатура обозначает ограниченную серию Black Gold Edition, а производителем является известная во всем мире японская компания Daiwa. На данный момент в линейке насчитывается 4 модели с размером от 2 до 4 тысяч. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом NJ2500BG. Как и предшественница, новая катушка имеет современный дизайн, но в данном случае для оформления использованы золотисто-черные тона. Также применяется легкий и одновременно прочный материал. Кстати, масса именно этой модели составляет неполные 250 граммов. С целью снижения общего веса используется полый ротор Air Rotor, который легче по сравнению с аналогичными, но в то же время способны выдерживать значительные нагрузки. Также он снижает излишнюю вибрацию во время работы. Четыре подшипника шарикового типа обеспечивают достаточно мягкий и плавный ход. Кроме этого отметим наличие в конструкции стопора обратного хода Infinity Anti-Reverse, не дающего ротору прокручиваться в обратном направлении. Шпуль ABS имеет форму обратного конуса, что помогает избегать образования досадных петель и нежелательных бород. С целью предотвращения перекручивания лески в Ninja BG используется ролик Twist Buster. Регулировка усилия на фрикционный тормоз осуществляется спереди. В нижней части позади ротора мы видим флажок переключения реверса. В одном положении катушка работает только в режиме намотки, в другом можно крутить в обе стороны. Самая младшая модель оснащается плоским кнопом, в то время как у остальных он Т-образный. Сама ручка имеет возможность складываться на время транспортировки. Ее можно аккуратно прижать к корпусу, ослабив винт с противоположной стороны. Еще можно переустанавливать рукоять под правую руку. Самым приятным, а главное полезным дополнением стало наличие дополнительной металлической шпули в комплектации. Ее можно заполнить другой леской или шнуром и использовать в качестве запасной. А теперь разберем катушку Daiwa Ninja BG и посмотрим, как она устроена. Ведущая шестерня DigiGear создана с помощью передовых цифровых технологий и обеспечивает не только плавную работу, но и значительно увеличивает износостойкость, продлевая срок службы всего механизма. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.